Так, продолжаем блуждать по Геническому, уже пешком, не на машине. Сейчас я покажу, это ступеньки покрасили, так видите. Пойдем посмотрим, что тут у нас работает, что нет. Стрим такой, только в прямом эфире. Так, уже видите, торгуют уже вещи. А где плавки? Где плавки? Где мне плавки? Там были? Там были плавки. Может, поспрашивать? Не знаю, поспрашивать. Здесь нет? А вот тут? Точно. Так, продолжаем. Паузу сделали, купили плавки, идем дальше на пляж. Люди на пляже есть, я вижу. Так, 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 так. Потихоньку. Да, что ты сказал? Новый какой-то. Раскрасили. Покрасили по-красивому. Золотая рыбка. Night Club. Golden Fish. Кафе. Второй этаж. Еще не работает. Тут еще тоже ничего нету. Так, что тут у нас? Так, тут уже что? Потихоньку открывается, но еще закрыто, видите? Через одну. Это даже меньше. Пляж еще делают, ставят грибочки, там еще лежат эти, или как они называются, навесики. Так, тут тут из дерева какие-то там впереди навесы вроде должны быть. Все, аттракционов ничего нет. Ну вот, люди сегодня чуть-чуть появились, и вот он, наверное, в основном местные. Много местных. У нас сегодня в две руки мы играем. Пошли туда сразу, с краешку начнем. Но я снимаю для блуждающего ТВ все подряд. Иду и показываю. А ты там же по чуть-чуть. Ну, я так силу хоть узнала, все расценки. Ну да. Ну ты же там не затягивай, а я буду все подряд снимать. Я все показываю, вот иду и... Это мы спорим, Аня на Валан. На основной канал, а я на Валан Лайв. Блуждающее видео. Блуждаю. Аня коротенько делает обзорчик. Так, кто-то отдыхает. Ну как, я говорю, что-то людей вроде есть, а вроде непонятно. Это сегодня погода какая, дождь. Погода непонятная, да. Не, ну люди есть, не пустой пляж. Вообще, да? Что мы пойдем, будем к воде? А где переодевалки? Да, сейчас, переодевалки где? Не надо пойти. Вон переодевалка, я вижу, вон там. Сейчас. Пошли к морю сначала, да? Так, ничего говорить не буду, сами смотрите, все вокруг видно. Потому что не хвалить, не ругать, все видите сами. Просто снимаем, а вы смотрите. Ну, это такое дело. Вон, пошли на детском пляже сходим. Пошли до детского пляжа сходим. Ну, правильно, там же ж... Ну, это вода после шторма. Это после шторма всегда такое. Заходите, не, мы с краю посмотрим на пляж. А мы сейчас
Запись видео. Что ты кричишь? У меня становится. Сейчас это. То просили, есть ли подъезды на колясках. Как это называется? Стандарт, да? Или? Не знаю, там ступеньки на колясках. Так, трава, водичка. Это детский пляж, так называют. Тут чуть больше людей всегда. Вон там камешки-то как-то интересно, не видел в прошлом году, как залив такой получается. Вроде как-то не так было. Смотри, там что, там раньше воды не было, да, или было? Как-то камни, ты смотри как. Смотри, как интересно, да? Там классно фоткаться. Фотографироваться там прикольно будет. На камнях. Катамараны все катаются на катамаранах. Пройдемся, посмотрим. Сегодня солнца нет. Утром было, сейчас нет. Вода более-менее чистая. Пойдем пройдемся, посмотрим. Все люди сидят здесь на берегу прямо возле воды, все почти не пройдешь. Летом даже меньше. Что-то на песку не хотят сидеть. На песке. Так. Да, сейчас пойдем. Что, по грязючке как сейчас? Тык-тык-тык-тык, пройдешь? Сейчас застрянешь тут. Ну, в общем, такой сегодня пляж генический. А, вот песок насыпали. Вот мы сейчас и увидим, как изменилось. Если засыпят его, то этой грязи не будет тоже. Вот еще песок другой какой-то. А, вот он песок, смотрите. Ну, я не знаю, на весь пляж это не какой-то кусочек засыпали. А, да? Они подвозят до сих пор еще. А, вот, видишь, выровня, вот высота, и тут уже совсем другое. А, вот, ну да, да, это уже другое дело. Хоть все равно твердый, кстати. Сразу бы не понял бы, если брать. Да, засыпали, конечно. Смотрите, сколько еще. И дальше засыпает. Куча песка. Сейчас подойдем, покажем. И дальше засыпает. А это что-то какие-то навесики будут, наверное. Ну, я думаю, что они будут платные, вот эти деревянные, 100%. Это кто-то частный ставит. Но не бесплатные вон они, видите, большие. Там один, там второй, и все. Дальше не знаю. Там дальше еще есть, да, по пляжу? Но тут всегда куча народа днем, поэтому надо занимать чуть ли не в 6 утра. Массажиста. У нас тут два комментатора. Да. Пройди вот вперед. Он. А тут лужа, вон, видишь? Смотри, так, ну, люди отдыхают. Тут нормально. О, так хорошо засыпали. Ну да, видишь, а так, если не засыпают, еще остается. Я думаю, что тут еще засыпят. Тоже. А вот же песок подготовили. Только я не пойму, он там... Там одного цвета, тут другого. Пляж будет разноцветный. Какая разница? Главное, что песок есть. Ну, видишь, один песок какой-то красноватый, да? Тот песок серый. Это вообще есть песок. Сейчас пройдем. Так.
Трава полезная, полезная трава. Там грязючка, ну это после шторма, короче, я уже повторяюсь. Так. Так, продолжаем дальше путешествовать. Сделали паузу возле переодевалки. Я померил плавки, вроде нормально. Купили мы их за 150 гривен, но 30 сделали скидку, как-то как нас знают. Да? Нет, 20 хотели скидку. Хотели 20, Аня выпросила. Да не выпросила, но просто 20 рублей было, 10 рублей было. Выпросила. Ну не знаю. Не Аня выпросила, а кто я просил? Так, видите, эти еще зонтики стоят. Я что-то их назвал грибочками. Это грибочки. У тебя тоже такое ощущение, что тут все свои? Не знаю. Сейчас 20 дня, я не думала, что тут людей нет. А, думала, будет. То есть не будет. Так, ну что. Экскурсию провели. Провели, да? Видите, вода после этого... Песок ждет, рассыпают его. Волейбольная площадка. Что еще тут озвучивать? Насыщенный. Насыщенный ролик. Всего показали. Все, разворачиваемся. Ты купаться не будешь? Нет, или да, не знаю. Нет. Ну, то все тогда. Тогда пошли. Так, идем дальше. Пройдемся чуть-чуть. По берегу, ой, по берегу, ближе к кафешкам посмотрим. Посмотрим, что тут работает, не работает. Ну, вообще-то сейчас день, может, вечером они открываются, конечно. Сезон только начинается. Вот с 50-го, а точнее даже с 15-го. Все, в общем, всем спасибо, всем пока, мы пошли.